Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Крыловецкий, вы на канале компании «Купи салон». Вы уже знаете, что наша компания – это автоателье, более того, крупнейшее автоателье в России. Иногда мне самому приходится задавать себе вопрос, а не надоело ли одну и ту же машину обозревать, рассказывать про нее или все время говорить о том, что эко-кожа – такой замечательный, практичный, долговечный материал, который долго служит. Но я должен сказать нашим постоянным зрителям, что многие наши клиенты, к сожалению, не следят за нашим каналом много лет, а нашему каналу уже несколько лет, и, конечно, вы найдете здесь сотни видеороликов. Не каждый просматривает и уделяет нам столько внимания, следовательно, приходится периодически повторять какие-то прописные истины для того, чтобы наши новые зрители знали о том, что используемый материал, технологии, особенности дизайна, наш опыт, все это вкладывается в каждый без исключения салонов. И этот автомобиль не исключение. Новый подход, новая идея, вроде бы простая, но, тем не менее, которая делает автомобиль более привлекательным. Заключается эта идея в том, что в автомобиле Toyota RAV4, как, впрочем, и в любом другом, который уже с завода исполнен из кожи, мы взяли и заменили центральную часть сиденья. Здесь у нас уже эко-кожа. Мы поменяли натуральную кожу на эко-кожу, как материал более долговечный. Сделали декоративную перфорацию фигурную и отстрочку сотами. Это рисунок, полностью повторяющий оригинальный рисунок последнего поколения автомобилей Audi RS. У нас даже недавно был проект по Audi A6, где мы заменяли центральную часть с кожи на алькантару и делали тоже фигурную перфорацию, один в один такой же дизайн. Вот здесь оставим ссылочку на именно этот проект. Посмотрите, как это выглядит в алькантаровом исполнении. За один рабочий день центральные части сидений меняются, и в любом рисунке, любой вариант фигурной перфорации или отстрочки, коих мы уже достаточное количество выполнили, вот здесь посмотрите, ссылка будет на плейлист по нашим работам с фигурной перфорацией. Центр меняется и получается, ну, совершенно другого уровня работа. Совершенно фантастическая и интересная, и привлекательная, и уютная, и комфортная. Я думаю, что RAV4 это отличный автомобиль, на котором можно продемонстрировать такую нашу уникальную возможность. Если вы уже сталкиваетесь с проблемами, о которых я говорю, то есть надо купить машину высокой комплектации, но нет, на ней нету функции вентиляции, пожалуйста, напишите свои комментарии и поставьте лайк этому видео. И не забывайте, конечно, подписываться, кликать на колокольчик, чтобы следить за выходом новых серий. Они выходят у нас, для тех, кто еще этого не знает, каждый будний день. Следите за тем, как мастера компании «Купи салон» преображают автомобили и делают чью-то поездку гораздо более уютной, комфортной, привлекательной. Ну а следить за тем, как мы ежедневно выполняем подобные проекты, очень легко и просто. Достаточно подписаться на наши аккаунты в соцсетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и, конечно, в ТикТоке. Будьте здоровы и счастливы. Пока!